отдохнулась, отдохнула от вчерашних своих побегушках с коровами и козами, окунулась в цивилизационный мир. Короче говоря, сегодня... Я стесняюсь при людях вести видеоблог. Давайте сделаем перерывчик. Короче говоря, сегодня мне нужно купить себе красивый торшер. И еще мне нужно зеркало для того, чтобы любоваться собой всегда. В общем, куда как ни в Икею нужно ехать. Икея — это излюбленное место любого нормального видеоблогера. Ночь в Икее, день в Икее, встреча с Икеей. Короче, я не понимаю, что в этом особо есть веселого, но в погоне за хайпом и трендами я не брезгую вообще ничем, чтобы вы знали. В моем холодильнике. Вы что, хотите за мной подглядывать? Кто мне звонит? Послушайте мой звонок. Все очень пугаются и думают, что я притащила какого-то котенка, типа. Извините, важный бизнес, встреча, переговоры. Алло? Звонили из iTunes, и главной женщине по iTunes в России, директору, понравился альбомчик, и они готовят прямо такую большую и мощную пиар-компанию, и мне нужно знать жанр своей музыки и этого альбома. Я не знаю, что им ответить, и никто не знает. Так вот, всем альбом твоим нравится, все расхваливают, расхваливаешь его, а какой жанр, никто не знает, ты сама не в курсе. Всегда так и бывает. Для маленьких артистов, начинающих. Вот это для Вани Нойза, а это для меня. Для Тимати, а это для Гора Крики, например, или Клавы Коки. Это прекрасно пахнет. Понюхай. Ой. Видите, мороженое, персики, это великолепно. Это стоит 250 рублей, то есть это такой средненький обед в Макдональдсе. Я бы наелась на эти деньги. Как я могла жить без ароматической двухслойной свечи с запахом мороженого и персика? Теперь я не представляю. Я хочу рассказать вам одну легенду. Прямо как в «Аватаре», если вы помните, там была такая штука, когда каждый аватар должен был выбирать себе волшебного летающего дракона. Точно так же и с матрасами. Он может быть ваш или не ваш по своей природе. Он может вас принять или не принять. Нет, он ужасен. Он очень твердый, как на камень. Это даже травмоопасно, настолько он жесткий. Он меня не принял, я чувствую в своих позвонках. Хребет немножко хрустнул уральский. Не очень. Когда я после вечеринки, жаркой, горячей дискотеки, после концерта, возвращаюсь, мне уже сделать так. Недостаточно. Мой ли это матрас? Остался 1% зарядки, чтобы узнать, мой ли это матрас. Нет, не мой, все не то. А этот? Опять не мое. Все химкинские бомжи приходят полежать на этих беленьких кроватках и оставляют здесь своих насекомых из головы. Но я не брезгую, я устала. Такое. Я разобью доску. Именно так и случится. Алиэкспресс, самый барахолка и все по сто. Свети, свети нам фонари, страть весь керосин. Индивидуальность, яркие образы, мода, искомода. Я себе
такую штучку, когда мне вручат Оскар, точнее Грэмми и золотой граммофон, что будет очень скоро. Мне, короче, есть специальная такая коробочка для моих будущих драгоценных наград. На самом деле, я даже не знаю, что сказать, я не хочу ни золотой граммофон, ничего такого. У нас в России нет таких премий, которые бы я мечтала получить. Я знаю, что вам, наверное, не очень интересно, какая мне нужна лампа и все такое. Но, с другой стороны, я же уже не просто певица, я видеоблогер. И значит, что вас должно интересовать все про меня. Длинные лампочки, вот эти, у нее длина 8 метров. Я смогу обернуть ей весь дом и на балкон провести. Я, наверное, скотчем прилеплю их ко всему дому. А чем их надо прилеплять к дому? Ну ладно, будет валяться на полу. Стекло. Буду наступать на него. Поэтому можно идти расплачиваться. Просит мелочи сгрести, но нет. Yeah.